садись. Жестко прям, причем. Мы садимся, короче. Они нам пиво дают, все дают прям. Все, давайте, пухать туда-сюда. И там рядышком девчонка сидит, короче, и такая посматривает на моего друга, такая, глазки строит туда-сюда. Она прям нормальненькая такая была, там с татуировки. Ребят, это Васил, идем продуктовый. Покажет мне ништяки все. Бургеры дешевые, продуктовый дешевый. Вечер, не так уж жарко, прохладно, прикольно, интересно. Вот что творится на этой стороне. Все, жарят, парят, варят, продают. Я убегаю от нее, угораю просто, не могу. Вот. И в итоге Диман застремался. Диман, да, привет. Диман тоже с Гуа, кстати. Короче, в чем была речь, ребят? Азиатки падки на русских, на светлых. И даже братья своих сестер предлагают русскому. Хочешь, нравится? Живите, дружите. Не все, конечно, но такие. Ну да, есть такие, да. Конечно, мы уважаем, так, любим. Пошли бургеры, говорит. Типа шаурма, да? Это типа новый тако, я даже не пробовал. Шаверма, фрион такос, из ордер 100. Хай. Вот, здесь меню, смотрю. Биф, представляете, биф, чизбургер, 28. И как бы ничего больше и не надо. И вот здесь какие-то интересные приколюки. А это с колой, да? Вот кола и картошечка. Комбо, вот, да. Комбо 35, да, ты что? Ну, а почему бы и нет? Да, нет, в KFC дороже. И вот цены, смотрите, ребят. И вот это всякие детские приколюхи, деликатесы, десерты. А вот гляньте, какой сэндвич. Офигеть. Вот это выставлено. Заказали вам чикен крипси, ребят. Okay. Я заказал классик 35. 50 кадров в секунду. 4К. Линейный. Мелкий дождь. Ну, прошел такой хороший. И прям так охуенно. Хочется по нему идти гулять почему-то. My friend, how much money? Чик-чик, посмотрится. How much money? Money, money. Цена какая? Прайс. Сколько стоит подровнять меня? Ну, thank you, I think, приду. Спасибо. 30, ребят. Умножить на 40. 120 рублей, что ли, все подровнять? 30 на 40, 120, что ли? Сейчас проходите, здесь вот такая уличная еда. Какие-то пальчики чуть ли не мясные, яички, тушеные овощи, кримсы, креветочки вот имеются. Какие-то лобио, жучки-паучки, денежки. А мы идем искать те бургеры, если они еще работают. Я немножко в шоке, здесь что, тоже уши чистят? А тут, наверное, по-настоящему чистят. Наверное, положено. Хай. Ого. Ого. Ах, какие девочки. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Видели приколюха какая? Какая качалочка. Прикольно. На свежем воздухе, гантелечки, класс, хай, just look, потом посмотри, там наверху что-то у них есть, интересно, интересно. В обратную сторону, по магазинам пошляться, мне надо стиральный порошок, мне надо бритву,
Бильярд развит. Посмотрите, сколько бильярдных столов. Рай для бильярдистов. Все чисто, блестит, пахнет. Такие местные есть красивые балкончики и кафешки. Прям это город кафешек, город чила. Все сидят, чилят в телефонах, вообще доиграют, пьют постоянно чай зеленый, кофе. Все меня пугают, что зеленый чай не пей, он крепче кофе, расшибет, уебет, как скажет что-нибудь. Хоть стой, хоть падай. Тут вот где-то швея, там массажный салон, там швея, там парикмахерская, там стирка. Вот девочки шьют одежду, видите? Хай. Прикольно, что есть. Вот видите, вот массажи, пилинги, шмилинги, брови, шмови. На каждом шагу. Что есть как бы широкие магистрали, где вот пляжные зоны. А есть такие улочки. Полустаринная, полусовременная. Это мы подходим к этому, наверное, знаменитому Оушен, не Оушен. Знаменитые громадные дома. Вышел тот райончик, о чем был последний ролик. Там я смотрел цены на мясо, сигареты покупал. Там, говорят, русское кофе какое-то, надо сходить посмотреть. Там слева русский магазин. Где я пельмени покупал? Вот Food House, русский магазин по пельменям. Дуряном пахнет. Буфет, залом, алло. Вот такой тут есть фастфуд. Картошечка с сосиской за 60. Ого, свинина. Hello. Попозже подойду под видео. Прям написано, видите, еда здесь, творог, медовик, краковская, кальян, пирожочки. Здрасте. Вот такие здесь полуфабрикаты, ничего не надо. Какой-то мунлинг огромный, что это, огромный, не огромный, ну короче. Вот так. Там море, пляж, тут всякие бутики, магазины на любой вкус, что хочешь. Вот, ребят, фреш-филе салмон. 630 тысяч килограмм, как я понял, а это 81 900. 82 тысячи, 130 кг, блядь. Наверное... Короче, мясо и сосиски от самых вакуумных полуфабрикатов и разделки на место до, блядь, говяжьих. Целых антрикотов уже вырезанных, огромных, наверное, килограмм по 5, по 7. Вот целый бери, покупай, режь, что хочешь делай. До нарезочек кусочками любых видов, хоть вот пальчики, пожалуйста, те свиные пальчики там накручены уже с салом. Всякие виды говядин, любой степени провяленности, даже вот хамон, прикиньте. Нет, это не хамон, видите? Вот два куска стейка говяжьих замороженных, 88. А я купил красной рыбы. 130 миллиграмм за 80, можно было 2 стейка взять, но я очень сильно хочу рыбу попробовать. Вот это 88, 168 грамм, ну как бы и немного, ну, не больше этой рыбы, да, получается. Ну да, я лучше рыбки въебу, пусть чуть-чуть дороже.
как это интересно, сока-кола 0 калорий. Купил сыр Эдем, ребят, 50, это значит сколько? Рублей 200. Буду есть сейчас с колой Diet за 13. Такой будет у меня завтрак. Но мне все как всегда, ребят. Сыр никогда такой вкусный не ел. Кока-колу никогда такую ароматную не пил. Русская кухня. Что тут у нас? Да ебаный. И вот оно море. Камера глючит, ребят, флешку что ли поменять? Там очень красиво, прям зелень, купе цивилизации, дорожка уходит к горе, к которой хочется сходить когда-то. У меня все как обычно, походу бритва и стиральный порошок. Другой день, сегодня день и так насыщенный. Сколько здесь, третий или четвертый день? Третий, наверное, или четвертый, наконец-то выход к морю. Люди спрашивают, как там пляжи, как там море. Спорт. Всему голова. Да и я с головой. Там ребята дрон запускают. Не то, что мы тут без дронов. Ну ничего, ничего. Будет и у нас на улице праздник. И опять не забывайте про стрим, ребятки, залетайте, показываю все в прямом эфире, что происходит. Пляж Северного Нячанга, где купаются в основном русские. Поговаривают здесь как-то сточные воды, что ли нечистое море здесь купаться, где-то надо купаться или южнее. До Антона в гости, ребят, с которым мы ездили в Мумбаи, машину в аренду снимали, помните? Я вышел на тропу войны и в ливень попал. Знаете, какая-то девочка сидит? Что здесь не продают? Женская одежда, хай. Гляньте, тут ночное жарево. Ух ты, рыбу на углях запекают. Смотри, как чем-то. Или каких-то мидий. Первый раз за 3 года с Гоа вещи постирал. Нормальные машинки, в нормальном порошке. Одел, чистая, новенькая. И под ливень. Здравствуй, дорогой. Ой. А я вот тут тогда напился, что думаю, блядь, не хочу даже пива мне. Я специально сильно напился, чтобы потом не бухать. Я думал, наоборот, подготавливался. Ты в Кашиме не был? Нет, да, ну как, был, когда это, прилетел. Так что, пивас будешь? Да не буду я пивас, посидим так вот тут. Или... А у меня, кстати, высохло уже. Этот... Вьетнамец уже. Антон на вечерок себе взял посидеть под телевизором. Вот хлеб, да, я сейчас взял домой красной рыбки, замариновал, салмон купил свежий. И прям посолил его со специями. Мне надо стиральный порошок. А ты мне деньги поменяешь чуть-чуть?
Хайнекена холодного нет, никакого, кажется, нет. Как это так, бля? Опять начинается. Зато тут вот свежий хлеб. Нарезанный уже. Помидоры, огурцы. Что не одета? Юля. Что? Ты написал, ты сказал, что мы сейчас пойдем с Ромой. Я не читал уже почему. Заходи, Ром. Что, опять жареная картошка, что ли, с луком? Ань, ты тоже трусы одеты. Привет, Ром. Привет. Такая квартирка. Знаю. Жарочка. Да. Что это будет у тебя такое? Соус песто? Нет, это просто соус с овощами томаты. И томатом. И чесночком, конечно. А то макароны, да? Нет, это на холодец. Рульки. Да, типа того. Там и свиные такие ребрышки классные нарезанные, свежие, замороженные, продаются у них свежие. Я ноги брала. Там вообще можно целиковые капусты тоже не купить. Ну да, вот надо сюда его кидать и варить часов 6-8, чтобы ночь разрезалась. Ну да, 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 чтобы все вот это вот вышло. Ну давай подрезай чуть-чуть и накатим за приезд, за знакомство, за встречу. Ну, не знаю. Юр, что, готово? А, у нас мясо. А, там, те, что поменьше, готовы. 3 дня висят нормально. Я даже, ну, мамка вялит и говядину, и свинину. Я даже, бывает, очень быстро ее прям снимаю. Она только мягкая стала, просолила, цвет поменяла, мутная стала, все, я уже ем. И, конечно, с каждым днем она все вкуснее и вкуснее. Она у нас прямо на улице на солнце висит, на Кубани. И аж прям до камня доходит потом. Маленький кусочек, пацаны, подрезаем, висит длинная, понял, колбаса? Ее подрезаешь, подрезаешь, и в конце уже только камушек висит. Прозрачный как. Прошутые, вот все вот эти вот холодные, они тоже вешают много. Да, и подрезают. Она, с каждым днем все дороже, вкуснее и насыщеннее. Рома, ты чем не здороваешься? Привет! Они не здороваются, я же поэтому перестал. Ты какой-то пример даже? Ты что, летел через Мумбай, через Дели? Или через Калькутту. Сейчас сколько у тебя подписчиков? И почем такой дом? Ты так тихо сказал. С электричеством 11. Аня, что случилось? Блядь, а почему так дорого? Ну почему ты только электричество, еще и менеджмент, и ну, вода, вся интернет. Тема. А этого нету, бассейна там на самой крыше. А, бассейн есть в соседних зданиях. А, в ОСИ-3 и в отеле. Там отель еще здесь на территории есть. Юль, ты почему Аню обидела? Я обидела Анну, это она меня обидела. Ну, я 3,5. Вот здесь уже отдел для школьников. Сейчас пиво возьму. Надолго, я сейчас не буду. Вот за последнюю неделю, ну точнее 12. Вот, ребят, я курю вот такие сигареты, а вот здесь Сайгон Слим, а если Сайгон Слима нет, то ребята курят вот такие сигареты. Норм. Все время одна эта тема. Нет, не потеют. Они все время в одной паре, они не сплющиваются. Так, портфель твой.
И пачка сигарет рядом с портфелем. Колоночка, GBL-ка, Powerbank. Праздник у ребят. Заказал двойной бургер за 45 тысяч донг. Я не видел, что со своей колой пришел. Дали мне 2 стакана воды со льдом. Вот это сервис, ребят. А бургеры здесь самые вкусные на свете. Мини-бао называется. Двойной биф-бургер. Чикен-бургер классический, 25. Следующим идет после двойного биф-бургера.